Общественная палата Югры и уполномоченный по правам человека подписали соглашение о взаимодействии на предстоящих выборах. Напомню, 9 сентября югорчане будут голосовать за глав муниципалитетов и губернатора Тюменской области. В этот день на участках будут работать общественники, которые проследят за соблюдением избирательных прав югорчан. Особое внимание. Они уделят доступности избирательных участков для инвалидов. 3 года назад, конечно, было замечаний гораздо больше. Вопрос доступности очень активно поднимался для слепых, для глухих, для колясочников, инвалидов. То сейчас, конечно, эти замечания появляются все реже и реже, и мы все вместе стремимся к тому, чтобы их не просто минимизировать, а полностью устранить. Совместными усилиями, работая вместе, можно достичь определенных результатов. И вот консолидация усилий, в том числе и на выборах, помогает нам достичь тех целей, о которых мы говорили сегодня. Чтобы выборы действительно были прозрачными, честными, открытыми, чтобы каждый человек мог реализовать действительно свое избирательное право.